Друзья, сегодня мы в нашей программе разберемся, правда ли миф, что любовь греет, или она просто ничего не делает. Давай, догоним первую уже попавшуюся нам девушку. И вот, смотрите, какой улов. Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, у вас есть такое понятие, как любовь? Да, есть. А как вас зовут? Екатерина. Екатерина, скажите, пожалуйста, любовь греет вас в вашей жизни? Да, очень греет. Ваше сердце греет. Скажите, сейчас на улице холодно? Да, холодно, но мне тепло. Вот это правильный ответ. Идем дальше. Вот где тепло, вот где у нас тепло, вот где жарко, вот где настоящая любовь. Здравствуйте, юная леди. Я с вами. Сегодня мы говорим о любви. Скажи мне, есть такое понятие в твоей жизни? Да, есть. Скажи, у тебя есть человек, которого ты любишь невозможно, даже больше, чем эту еду? Да, есть. Ты долго думала на самом деле. Еда и правда вкусная. Спасибо тебе большое. Идем дальше. Аня, здравствуй. Здравствуй, Аня. Скажи мне, пожалуйста, ты имела удовольствие любить или ненавидеть? Имела, но больше любить, наверное. Больше любить, но все-таки ты ненавидишь. Скажи мне, пожалуйста, ты... Это просто риторический вопрос, он ничего не значит. Ты встречаешься? Да. Как давно ты встречаешься? 2,5 года. Сколько ты еще хочешь продолжать этим заниматься? Ну, я думаю, еще 2 года, а потом свадьба, наверное. Ого! Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Идем дальше. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Люба. А полное имя? Любовь Анатольевна. Любовь. Отлично. Это все, что я хотел узнать. Любовь. Идем дальше. Поднимаемся все выше и выше, 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 выше. Они хотят, чтобы я их спросил. Они знают, о чем я буду спрашивать? Конечно. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы на этой весне сделать себе очень хороший праздник? Да, этого не хватает. А чего вам еще не хватает? Любви. Опа-на! Ей не хватает любви, а у меня в моем волшебном рюкзачке как раз кое-что есть. Ой, спасибо. Пожалуйста, это все, что я могу тебе предложить. Идем дальше. Смотрите, она убегает. Она убегает. Давай, догоняем ее, догоняем. Давай, 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 давай. Вот она пошла в туалет. Вечно этот туалет портит всем жизнь. Одна ушла, пришла другая. Да что такое? Почему мне приходится бегать за девчонками? Давай, за ней, за ней, за ней, за ней, Даник, давай! Иначе мы так никогда девушку не найдем. Давай. Просто... Чего же они такие быстрые, а? От любви убегают. От любви убегают. Вот кто им виноват в этом? А потом жалуются. У меня нет любви, у меня нет того, у меня нет всего, он мне не пишет. Идем дальше. Настойчивость и упорство, вот. Вот гарантия успеха. Вот! Попалась. Я тебя искал точнее... Скажи мне, пожалуйста, почему ты убегаешь от своей любви? Ты моя любовь? Нет, не я твоя любовь. Просто я могу тебе сказать, что ты можешь найти здесь свою любовь. О, я... Отвечала второй пункт. Отлично, провести время, а не найти свою любовь. То есть ты не хочешь найти здесь свою любовь? Ну, конечно. Ну, так чего ж ты? Ее здесь нет. Как нету? Давай искать вместе. Идем, идем. Иди сюда. Иди сюда. Парни, скажите, кто из вас свободен? Я не подкатываю, мне просто интересно ради девушки. В каком плане свободен? Ну, свободен, типа ты не встречаешься ни с кем. Вот, типа, такой вот расклад. А. Я. Ты не встречаешься, да? И что ты чувствуешь? Свободу. Свободу чувствуешь? Ты не хочешь этой свободой как бы, ну, поплатиться? Нет. Не хочешь? Хочешь остаться таким вот свободным? Да. Ребят, да вы чё? Прости, извини. Мой друг, как тебя зовут? Миша меня зовут. И в чем тебе не повезло? Я не говорил, что не повезло. То есть тебе повезло? Тогда в чем? Тебе есть подарок? Интрига хоть. Чтобы... Интрига? Какая интрига? Ты хочешь подарить своей любимой девушке подарок? Ну, когда найду. Когда найдешь, то есть ты еще не нашел. Тогда что же мы стоим? Идем искать. Давай, 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 давай за мной. А ты знаешь примерно, как она выглядит? Ну так хотя бы, чтобы. Ну, примерно хотя бы. Ну там волосы длинные или еще какие-то там первичные половые признаки. Ну, какие-то критерии есть все равно. И какая твоя любимая девушка? Ну, она должна быть не выше меня. Не выше, так, хорошо. Потом. Не нам. Ну, не старше меня. Не старше, тебе не старуха, хорошо. Ну да, не пожелаю, чтобы была. Так, не по. Где мы ее должны будем искать? Ну, всякое, чтобы она была из церкви. Вроде под описание подходит или не подходит. Идем дальше. Подожди, стой. А так она или нет? Ну, не
не знаю. Ты еще не решил? Давай попробуем. Еще не. Давай рискнем. Если оно твое, оно останется. Если не твое, все равно останется. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Что мне сделать? Познакомиться. Привет, я Вика. Все, можете идти. Давайте в закат! В закат! На лошади! Я люблю ее. А ты его? Обожаю. А вы что-то прям такие тихенькие. Давайте мы это как-то... А, ну все понятно. Что говорить? Как ты любишь ее? Любовью. Любовью любишь? Любовью, любви. Облюбил ее? Нет. Облюбляешь? Люблю. Так, а ты? Я не буду такие неприличные слова говорить. Она меня любит. Она меня просто не любит. Просто... У нас любовь такая, я как бы дарю ты ее любовь. Ты ее любишь, а она... Ее просто, все да. Понятно. Так... Знаешь, в отношениях один любит, другой принимает любовь. Да, это как любовь. Танцы. Один танцует, другой люблю, позволяет а его танцевать. Позволяет любить, да. А? Он любит, а я терплю. Она позволяет меня любить. Ой, меня любить. Ой, короче, все. Ты от любви немножечко поплыл, я вижу. Это классно. Спой что-нибудь своей любимой девушке, скажи. Меня бросили прошлой осенью. И весной одно, не, она не знает весной, песня. Весной я не буду. Меня бросили, а да, она. Весной не будет. И зимой, это песня для девочек, чтобы девочки плакали. Давайте вместе с залом. Чтобы девочки знали, как я несчастен. Ладно, ладно, я счастлив в любви, все нормально. Давай, иди сюда. Смотрите, они обычно прячутся по норкам, но их можно выковырнуть разными методами. Девушка, идите сюда. Терпение, мои друзья. Они всегда так. Сначала как мороженое, холодное, а потом тают и липнут. Идем дальше. Что ж у меня сегодня за амплуаток? Стой, подожди, не уходи. Скажи мне, пожалуйста, если эта визна сделает тебя счастливой в плане любви, кому ты скажешь спасибо? Вам. Правильный ответ. Да, все, а что тут скажешь? Мне спасибо. Что тут? Дорогие друзья, я ничем не могу вам помочь. Только вы сами можете себе помочь. Я не говорю, идите, общайтесь, знакомьтесь. Нет. Вы и сами прекрасно знаете, что делать. Берите, догоняйте, любите.